больше не осталось? Завтра подвезу. Я завтра уезжаю. Привет. Преследовать. Хватит меня преследовать. Затаришься для нас? Зачем? У меня своего хватает. Не хватало еще платить этому барыге. У этого барыги ты получаешь нормальный став, а не стиральный порошок, как у тебя. Я выбираю качество, дорогая.
преследовать. Сейчас позвонили из Сан-Франциско. Босс дал добро. Будем строить весь комплекс. Супер. Вся недвига на побережье будет наша. А ты вообще кто? Считай, ты на всю жизнь обеспечена. В тяжелых сердцах обсуждать дела самое то. Я знал, ищу Джорджину Зимбински. Она здесь. Возможно. Смотря кто интересуется. Меня зовут Ви. Я принес свежие улики для ее дела. Их надо передать лично. Глядите-ка, Джорджине Зимбински теперь нужна помощь в том, чтобы вершить правосудие. Она в комнате номер 6. Спасибо. А ну назад! Давай не будем торопить события, лады? А то я не знаю.
Чтобы закрыть Сакристана, нужны железобетонные доказательства. Мы работаем над этим. Парни собирают показания. Одного свидетеля может не хватить. Я сегодня встречаюсь еще с двумя. А мне что делать? Съезди в трущобы и поговори со Стебаном. Вот адрес и щепка с деньгами на всякий случай. Пади туда, сделай то. А ты еще кто? Джорджина Зимбински. Надо поговорить насчет Майкла Мальдонадо. И чего хочет этот алкаш? Если не ошибаюсь, его заставили оболгать сына. Он хочет, чтобы ты удалила запись. Хочет, чтобы я... Вот ведь лицемерный кусок говна. Видишь, я предупреждал, что ему нельзя доверять. Что конкретно он тебе сказал? Твой человек выбил из Майка показания. Кажется, он про тебя, Хэнк. Ты устраивал мистеру Мальдонадо шоковую терапию? Хм, делать мне нечего. Похищение, вымогательство, поджог, вооруженное ограбление. Угадаешь, чей это послужный список? Эрик Мальдонадо. Отморозок, по которому давно тюрьма плачет. Мы просто нашли того, кто помог его туда определить. Отец сразу сдал его, когда услышал, сколько мы предлагаем за показания. Кто такой Эктор Сакристан? Один из богатейших людей Валентина. Наркоторговец и серийный убийца. Я уже 2 года за ним охочусь. Эрик Мальдонадо поможет мне на него выйти, но только если сам окажется за решеткой. То есть ты оправдываешь подделку показаний преступлениями Эрика? Мы не в сказке живем. Если хочешь справедливости, надо брать дело в свои руки. Мальдонадо наплевать на сына. Он просто боится, что Эрик узнает о его предательстве. Я могу сделать так, чтобы этого не произошло. Продолжай. Может, сначала послушаешь показания Майкла? Узнаешь, как все было? Последний вопрос. 16 мая прошлого года Эрик Мальдонадо позвонил вам. В ходе разговора он признал, что Эктор Сакристан застрелил Маркоса Феррейру. Он также упомянул, что Сакристан приказал сбросить тело Феррейры в залив Коронадо. Вы подтверждаете, что Эрик говорил это? Я? Да, подтверждаю. Прекрасно. Благодарю вас. На этом все. Майкл даже не усомнился, стоит ли брать деньги за эти показания. Деловой человек. Смотри, я предлагаю убрать имя Майкла из документов. Эрик не узнает, кто дал показания. И если я откажусь? Не советую. Это плохо скажется на твоей жизни. Хорошо. Все равно я верю Майклу не больше, чем тебе. Готово. Теперь показания анонимные. Твой наниматель может спать спокойно. Мне кажется, все остались в выигрыше, не считая Эрика. Главное, чтобы наниматель был доволен. Что этот клоун мне сказал. Предыдущий владелец ездил на ней только... Вы! Как все прошло? Мне больше ни о чем беспокоиться. Я поговорил с прокуроршей. Она удалила твои личные данные из документов.
Что? Как так? Я хотел, чтобы она все стерла. Мы так не договаривались. Я за это платить не буду. Мы оба знаем, что ты не свои деньги тратишь. И что тебе рассказала эта сука? Абсолютно все. Тебе повезло, что я умею хранить секреты. Правда, мое молчание стоит недешево. Плати уже. Я... Видеть тебя больше не могу. Иди уже. Чего? Мне только что позвонил мистер Мальдонадо. Он был крайне недоволен. Ты действовал осмотрительно, а для меня это самое главное. Закрываю заказ. К слову, мне все еще нужна помощь с тем, о чем я говорил. Зайди, как только сможешь. Лучше обсудить это лично. Ты себе представляешь Доктаун без полковника? Я вот не очень. Никакой он был не полковник. Его и бандитом, если назвать, бандитов обидишь. Тише ты, дура. Следом за ним пойти хочешь? А, наконец-то. Прошу прощения, чаю заварить не успел. Мы снова встретились. Что-то изменилось? Все. Как раз об этом я и хотел поговорить. Курт Хансен. Многогранный человек. Преступник, солдат удачи. Для меня он бизнесмен. А бизнес не терпит вакуума. Над покойным полковником уже кружат стервятники. Его солдаты должны выбрать нового командира. Мы поможем им сделать выбор. Вставь, пожалуйста, щепку. Ага. И какое наше дело? Я думаю о перспективах Доктауна. Ты можешь неплохо заработать. Главное, чтобы нам удалось предотвратить кровопролитие. Я так понимаю, у тебя уже есть и свой кандидат. Подполковник Беннет. Уважаемый человек из ближнего круга Хансена, который умеет вести людей за собой. Голос разума велит отдать предпочтение ему. Но, увы, есть и другой кандидат. Его зовут Яга. Он стоит ниже в иерархии, но высоко метит. Хочет найти поддержку извне, у вудуистов. Ты встретишься с Яга и убедишь его отказаться от притязаний. А почему Яга не подходит? Он бухгалтер, а не солдат. При Хансене отвечал за финансы. Отчетами никого не очаруешь, Ви. V, our business grows cold. Что известно о Беннете? Бывший морской пехотинец участвовал в операции «Ночной ливень». Приказы не оспаривал, наград не просил. Верно служил родине. Тик-так. Time waits for no man. Ты? Нет. А вот Агилар, да.
Ты о чем? Хансен удерживал позиции благодаря своей сети контактов. Самые важные дела он вел с кубинским картелем. Так вот, Агилар – наемный убийца из гавани. Живая легенда. Каждый раз, когда в гавани закуривают сигару, где-то на планете Агилар спускает курок. По счастливой случайности у меня оказался его поведенческий оттиск. Ты уже знаешь, что это. Значит, он киллер. Звучит интригующе. Что-то еще мне надо о нем знать. Настоящее имя неизвестно. Число жертв неизвестно. По скромным подсчетам, несколько десятков. На каждом из континентов. Возможно, все это сплетни, но репутация – веский аргумент в переговорах. Получается, мне надо притвориться этим Агиларом. Встретиться с Яго и отговорить его от необдуманных поступков. Проще простого. Ну, мне все ясно. Я приготовил чип с полезной информацией и оружие. Ту же модель, что у Агилара. Можешь взять и то, и другое. Интересный экземпляр. Сделан на заказ по уникальным чертежам. Побеждает в любом споре. Давай проверим чип, Ви. Надень костюм и попробуй активировать оттиск. Чувствуешь изменения? У меня мало времени, Хэнс. Если бы эта штука не сработала, тебе пришлось бы искать новые руки или новый псевдоним. Проверка прошла лучше, чем я думал, Ви. Вернее, Агилар. На Яго ты тоже произведешь впечатление. Мне сообщили, что скоро он должен встретиться в Доктауне с делегацией вудуистов. Я вышлю координаты. Ви, our business grows cold. Что ты сделаешь с вудуистами, меня не волнует. Решай сам. Мне важно только, чтобы Яго отозвал свою кандидатуру. Когда вас зовешь к его благоразумию, позвони. От этого зависит будущее всего района. И твое будущее тоже, Хэнс. Только попробуй меня кинуть. Репетируешь роль? Неплохо. Но есть над чем поработать. Удачи тебе. Хотел мне что-то подарить? Ви, ты как Элли. Оказался в чужой стране, преодолел множество преград и, наконец, увидел изумрудный город Хансена. Странная метафора. К чему ты клонишь? К тому, что мы близимся к финалу.
Ты как следует поработал и заслужил награду — свои личные серебряные башмачки. А башмачки — это что? Достойный конец нашей сказки. То, что поможет тебе благополучно вернуться домой. Скоро ты поймешь, о чем я, когда увидишь это своими глазами. У тебя все роли уже расписаны? Кто ты в этой повести? Рассказчик, разумеется. Я так и думал. Твои серебряные башмачки ждут на улице. Счастливого пути, Ви. Работать с тобой было интересно. То есть мы прекращаем сотрудничество? Сложный вопрос. На данный момент определенно да. Только не плачь. И прими напоследок один совет: остерегайся волшебниц. Как злых, так и добрых. До встречи. А, пока, Хэнс. Пришло время кубинцев. Isolé. Yago ça, c'est un petit chat, prudent. Comme. Allez, ça c'est pas territoire. У меня хорошие новости. Мы поговорим, и все останутся живы. Неплохая сделка. Moi foot avec you. Va au morceau là-dedans. Hein?
Сейчас, наверное, лучше не выгуливать Агилара. Si contra ça marche, Dogtown c'est pour nous. Scarbio ak loti kaka yo nou pralo okipe pita. Mwen pral transport you. Attaque le sous côté. Ma plaie tout ça me capella. Надо подождать. Прямо на виду? А, это такая тактика запугивания, какой ты дерзкий, Агилар. А вот и они. Ребята еще не знают, во что вляпались. Мне их даже немного жаль. Что-то не так, босс. А ты еще кто? Отвечу вопросом на вопрос. Знаешь, что происходит, когда на Кубе закуривают сигару? Где-то на планете Агилар спускает курок. Так говорят. А знаешь, что еще говорят? Что ты рассердил тех, кого не стоило. Мы знаем, что ты хочешь убрать Беннета с помощью своих новых союзников. Вудуисты. Не лучший выбор, Яга. Мои работодатели верят во Христа. Я не хотел их оскорбить. Что теперь будет? Агилар? Хочешь отправиться за своими подельниками? Нет, конечно же нет. Агилар, послушай. Все не так, как ты думаешь. Можно я объясню? Объясняй, только быстрее. Беннет, пешка Арасаки. Они долго его обхаживали, пока не переманили. Ждали только смерти полковника. Не знаю, что он от них хочет, но они хотят полного контроля над Дактауном. У тебя, конечно же, есть доказательства измены Беннета. Я знаю, где их найти. Он часто бывает в здании на Республиканском проезде. Там сидит подставная фирма, которая принадлежит Арасаке. Что Беннет там делает? Спроси у него самого. Сразу поймешь, что я прав. Передайте своему руководству мое глубочайшее почтение. Пойдем. Становится интересно. Выключи отпечаток, когда они отъедут, а то перегреешься. Я только разогреваюсь, Джонни.
Не забудь отчитаться перед Хэнсом. Или сперва проверь, о чем его протеже договорился с ёбаной Арасакой. Как-никак, в наших руках будущее Доктауна. Отличный спектакль. Агилар, дай 5. Самое время Агилару поболтать с Беннетом. Это не тот хер, которого мы ищем. Наверное, его охранник. Убери его на всякий случай, если хочешь получить преимущество. Знаешь, как поступил бы Агилар? Спрятал бы тело водителя и подождал бы Беннета в машине. Думаю, мы друг друга поняли. Мне в Доктаун пришлют 2 боевые группы без опознавательных знаков. Поехали, Гордон. Но было тяжко. Ты бы видел, как эти японцы затягивают галстуки. Эй, ты кто? Сука. Агилар! Как завязывают галстук японцы, ты видел? А знаешь, как это делают в Колумбии? Распарывают тебе горло, а потом вынимают через него язык.
Звучит сложно, но я научился это делать за пару секунд. Агилар, давай все обсудим. Я понимаю, как это выглядит со стороны, но этот урод Яга... Ваш бухгалтер. Да, он хочет меня убрать. Арасака обещала мне поддержку. Взамен они хотят пользоваться нашими каналами переброски. Они хотят захватить ваши каналы переброски. Глупо надеяться, что будет иначе. Я просто действую в общих интересах. И наших, и ваших. А если Яга сойдет с дистанции? Возможно, я с ним уже поговорил. Возможно, он осознал, что ошибался. Он без мыла в жопу залезет. Я вижу, когда мне лгут. Яга сказал правду. Он тебя поддержит. И я тоже. Хе-хе. Это меняет положение дел! Один кубинец на моей земле сделает больше, чем 10 отделов Арасаки. С этим мы разобрались. Я забуду про японцев. Только один вопрос. Где, блядь, мой водитель? О нем тоже лучше забудь. Спасибо за работу, Агилар. Можешь немного отдохнуть. Ви, как успехи? Яга уже изменил свои планы? Изменил. О вудуистах тоже можно забыть. Замечательно. Хочешь сообщить о чем-нибудь еще? Ага. Я еще встретился с Беннетом. Он оказался марионеткой Арасаки. Не волнуйся, я вернул ему свободу. Надеюсь, навсегда. Я не просил об этом, но... Спасибо, что проявил инициативу. Как управленец Беннет, по-прежнему лучше Яга. Что теперь? Время отдать почести павшим. Агилар появится на церемонии похорон Хансена и обеспечит смену власти. Ага. То есть смена может не произойти. Такие события вызывают сильные эмоции, и люди могут вести себя иррационально. Прощание пройдет в черном сапфире. Агилар попадет туда без проблем. Ясно. Леруа и Мор. Вив Леруа. Good luck, V. Внимание, Доктаун! Беннет на связи. Полковник Курт Хансен мертв! Повторяю, Курт Хансен мертв! Это черный день для Доктауна. Полковник погиб так же, как и жил, с оружием в руках. Те, кто виновен в его смерти, должны заплатить. Знаете почему? Потому что Курт Хансен мертв, но Баргист живее всех живых! Как теперь? Последний акт пьесы. В похороны Хансена входит Агилар, блин, Ви. Прямо интересно, что будет дальше. Начинаем наш спектакль. Добро пожаловать в черный сапфир, Агилар. Надеюсь, полет прошел хорошо. Рады тебя видеть. Угу.
Ой, нам пора. Потом объясню. Ну ты как, готов? Он из кубинского картеля. Интересно. Рад видеть тебя, Агилар. Большая честь. Вы так скромно прощаетесь с командиром. Я ждал более пышной церемонии. Пышной? Но мы сделали, что могли, что полагалось. Проводи меня к Беннету. Он усилил свою охрану. Это не к добру. Агилар, какой сюрприз? Похоже, вы знакомы. Гавана выражает соболезнования. Смерть полковника Хансена потрясла нас всех. Уверен, полковник оценил бы ваше участие. Разойдись. Я сегодня виделся с подполковником. Мы мило побеседовали, обсудили разные вопросы. Нам обоим кажется, что Доктауну нужен сильный лидер. Этим человеком будет Беннет. Люди прислушиваются к нему. И ты тоже будешь Яго. И насколько его хватит? Он подождет, пока ты уедешь, и всадит мне нож в спину. Мне нужны твои контакты. Имена информаторов из полиции. Всех, кому ты платишь. Уму непостижимо. Докажи, что поддерживаешь меня. Это справедливая цена. Ты ее заплатишь. Хансен говорил, что уступки – удел слабых. Ты кто такой, чтобы звать полковника по имени? Вы рычите друг на друга, как две злобные баллонки. Думаете, полковник был бы рад это увидеть? Его решение было бы очевидным. При нем Яго сохранил бы свое звание и должность и стал бы помощником подполковника Беннета. Разве не так? Предлагаю считать смерть полковника достойным поводом закопать топор войны. Иначе Доктаун не устоит. Ну, давайте так. Договорились. Надеюсь, я не пожалею. Гавана будет наблюдать за вами. Ведите себя как следует, иначе я вернусь. Собаки, собачья смерть. Неужели и в Доктауне так? Это тебе урок, Сильверхенд. Обрати внимание.
кто-нибудь знает, чьи приказы выполнять? Перед кем отчет? Заходи к нам в любое время, Агилар. Для тебя всегда найдется столик. Пора откланиваться, Ви. Было весело, но настало время сказать Агилару наше сердечное адьос. Прощай, Агилар. Было круто.